Tamam. Sabah. Özgür Kedi bile sabah sayı. Burası koçum. Ha? Görürüm. Niye? Evet. Sabah sarayım kedi. Ha? Oyun mu? Niye? Kalın var, kalın var. Sabah sarayım kedi. Görürüm. Ha? Kalın var. Kalın var. Sabahın sarıyım kedi. Sabahın sarıyım. Tavuk bütçü. Tavuk mıydı? Tavuk. Sabahın sarıyım tavuk. Tavuk şiit. Sonuçta şiit çıkıp bu mu? 24 февраля было сабахын сарыйым 2 шиит. Итак, весь месяц было сабахын сарыйым. Чейджи слово. Пишется. Цэ-джи. Цэ-джи знаете, что это чейджи, да? Грудь. Память. Чейджи в глаз. Чейджи, цэ-джи, чейджи. Чейджан спа. Закрой грудь. Чейджан бэр. Чейджи в глаз. Чейджи в глаз. Его учить наизусть. Цэ-джи. Це вер север север вер север север церн имя церн да пишется це лин два варианта и Sadi çık başına gelen kuru koşu. Ha? Sadi çık başına gelen kuru. Çık. Yerdiz ilk. İlk. Yerdiz A. Sadi. O. Ha. Hadi çık bir. Serin. İ. Serin. Serin. Bilelim soru şunu sadece. Seven. Имя собственное. Церен как переводится, не знаете? Угу. На калмыцкий как перевести? Его эквивалент калмыцкий. Утнасын. Утнасын, правильно. Это как у нас распространено фамилия Цереном и Утнасуном. Что это одно и то же. А? Получается одно и то же. Ну, одно и то же. Тибетский вариант Церен. И калмыцкий Утнасын. У нас много таких имен, фамилий. Два варианта. Цэ-гю-цэ. Лапара. Цэ-гю-цэ. Цэ-гю-цэ. МГ последний. Можно? Непонятно. Это? Или МГ последняя буква. Правильно. А, здесь? Ага. Подожди. Да. Можно? Цирин. Ага. Вот этот соблюдай, как у меня не ровно вышел. Цирин. Ага, спасибо. Цирин. Острый курц. На одну курца острый. О, жгучий солнце, да? Светящий. Утхо курц, утхо. Острый нож. Вопрос.
Uh-huh. Вот когда мы это все как бы изучим, uh-huh. мы что будем читать? Мы будем выходить на степь, писать и читать. То есть мы как бы в плане есть или это пожелание или что? Почему нет? В плане. Это же двухмесячные курсы. А вы нам будете курить? Ну, это хуру уже будет что-то давать. Да? Хуру. Прошлые курсы это же хуру. Что-то давали же. Что-то награждал. Ну, они сдавали курсы? Да, давали. Кто ходил на, например, бачелор, например, или что-то. Mm-hmm. Сейчас хуру стоит на переднем плане развития языка культуры. Правильно, что подарки дают, да? Вы в больнице, когда вот видите на там, на лифте, и там написано там, благопожелание бабки шептает. А, вот я писал. А это вы писали? Вот первое слово, вот там написано бата. Значит, бату должно быть. А ничего не просто написано бата. Что не было. Это было давно уже. Они даже написал другой же ДНБ. Ну я, короче, там только вот это первое слово прочитала. Он не обращался. Врач или помните? Потом они... Заживление. Есть. Без болезни. Может, царян это детская, тибетская. А у нас на сумме... А его эквивалент на калмыцком у нас есть. На калмыцком, а тибетская? Ну, в итоге то у нас распространено. А в итоге на русский переводится долгожитие. Долгожитие. Царян, на сумме. Теперь целый, да? Угу, целый. Целый. Вот это целый, вообще так сложно буква. Цели, цели, ринни. Ага. Будут ли... Вместе или можно? Вместе с собой, да? Угу. Еще раз напиши, как буду какую пишу. Ну, можно и так, просто я не отрываю ее, так, так. Можно оторвать. Вот так. Можете короткую церен. Только ближе к разговору. Церен. Слышу это слово. А у них, наверное, получается ближе к тудобичи к весовой. Нет? Они как бы растягивают окончание. Сейчас будем проходить букву Я. Украфта. Все посидим. А В потом пишу. Потом В, С, потом С. Наберем сегодня, не наберем все, что. Это оно. Не просто буква, а это звук, и капля, которая есть. Она сейчас. Я, е, и, ё, ю, е, ю. Это я или и кратко? И кратко. И кратко.
Я. Е. И. Давайте я сопру тут. Йо. Ю. Е. Ю. Я. Е. И. Ё. Ю. Ё. Ю. Это в начале слова, да? Я. То же самое. Их что-то. Я. Е. И. Ё. Ю. Ё. Ю. Я. Е. И. Ё. Ю. Е. Ю. Ну, смотрите, как пишется, да? Типа. Я Янтрахам Арпада. Напал в апа. Я. Вот. Е. Я. 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 Я, е, и, ё, ю, ё, ю. Я, е, и, ё, ю, ё, ю. Я, е, и, ё, ё, ю, ё, ю. Ям. 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 Я. Му. Я му. Йо, значит. Йо. Йо, вы не съем ничего. Ям. А ям? Ям так он. Ям. Ой, ничего не ям так он бывает. Сейчас уже мало. Ям так. Человек должен. Должен к начальнику больше. Ям. Ям так он. Шудна ям. Харинс. Я бог йов. Е. Ке. Е. Ке. Еке. Это значит ике. 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 Тот бычок пишется еке. Ике. Большой, да? Так. Thank you.
в середине словосочетания. Бат янзи. Боянцы ли? Богатый. Баян, баян. Ага, баян. Баян, баян. Ба, яр. Баир. Разик, да? Баяр. Баир. В монгольском бурятском также пишется баяр, баян. Так. Е. Бие. Бие, знаете, что такое? Бие. Бие. Бе. Бие. Бие. Бие, если бы тело. Бие. Бие махнул. Да? Бие мерчан. Болею. Бе. Бе. Бие. 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 Тело. Сначала ламскую юбку, монашескую юбку. А потом уже, когда такие юбки появились, женскую юбку. Маник. 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 Юбка. 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 Хорошо. Где можно стереть? В области стереть уже? Ага. Уже написали все? Yeah.
Дорогой мне кое-что тут? Ян. А Ян. Ага, поход. Ага. Ян. Ага. Ян. Я буган. Я буган. Я буган. Я буган. Йоғын. Йоғын мерзім бағытын. Пешін. Йоғын. Пешін. А его антоним, что будет? Мерзте. Так. Екі большой, да? Да. Вол. Екі. Вол. Райцент, да, екі бол. Екі бол. Старое написание, старое произношение. Больше. Радость пишется бояр, второй бичек, это дэр. Место, да? Дэр. Место.
Форум, говорят, еще. Да, он больше подходит для этого. Три вот это написать. Это три слова. Эне, эне, юн, буй. Эне, юн, буй. Я, мам. Я, мам. Я, мам. Я, мам. Я, мам. Я, мам. Я мама, когда обеднеешь, приходится пасти коз. С и Я, да? С и Я. С и Я. Ре, знаете? Ну, да. А вы учили, кто так? Слова. А в словах? Ну, в словах же все время. Вы еще тогда не будете писать? Да, будете. Будете писать. Будете писать. Нет, сочетание, не знаю. Ре. Да? Ре. Ра. Ре. Ри.
Ром. Ром. Р. А. Р. 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 Ну, вы все знаете, в калмыцком, калмыцкие слова не начинаются на букву Р, да? Не начинается? Не начинается. Нет калмыцких слов, чтобы начинаться на букву Р. Да и надо учиться. Учить надо, но я имею в виду, что не начинается. Они могут в середине слова встречаться. Либо заимствованные слова. Радио, ракета. Ра. В. Ри. Ру. Ру. Р. Р. Ра. Р. Ри. Ро. Ру. Р. Р. И в конце. Ра. Ре. Ри. Ро. Ру. Р. Ры. Ра. Ре. Ри. Ро. Ру. Ры. Ры. Ра, ре, ри, ро, ру, ре, ры. Тоже повторяйте. Ра, ре, ри, ро, ру, ре, ры. Так, ну давайте будем заимствовать слова, какие знаете. Где на букву Р? Радио, да? Ра. Ди. Йо. Ра. Ди. Йо. Радио. А радио вроде, да, никто? Не мог произнести вначале. Район. Ра. Район. Район. Да. Как называли Раис Максимовну Горбачеву по-калмыцки? Райка. А Райк. Величий Райк. Район, радио. Детское слово. Ри-ды. 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 Вы все знаете, ижин, да? Знаете, маленькие такие шаги. Даете? Сейчас, извините. Алло? А, это назовете? Ильны. Ильны. Ильны как можно перевести на русский?
Пилюли, да? Пилюли. Вы все представляете, что это такое? И в середине слова уже в калмыцких словах. Хо, рин, хорин, хрин, 20, да? Так. Мер, ген, ген, ген. Как на русский перевести мерген? Охотник. Метки. Ага. Метки. Охотник и снайпер. Стрелок, да? Стрелок. Пилюли я люблю. Ага. Пилюли. Один раз в Алмате я ночевал в гостинице имени, как же ее звали, казахский герой Советского Союза, девушка. Мерген, да, написано? Ага, мерген. Мерген. Снайпер была. Алия Молагулова. Там написал Мерген Хазы, снайперша. Переводил. Вот это вот Г непонятно. А? Г, правильно. А, Г, Г, вот такая Г. Ген. Мерген, Мерген. Мерген. Ну и еще и мудрец переводится. Мерген. Мудрец, меткий. Меткое слово кто сказал, что ты? Слишком много. Меткое слово, мерген, любит, это шаху, да? Подводка. Знающий нам говорит слово. Охотнику подавай дичь. Здесь ведь можно, здесь можно радио стереть? Конечно, можно. У разных. В начале слова, в середине. Хурбун. Хурбун, да? Читай. Ну, да, написал. Хурбун. Хурбун. Быстрый резвый. Хурбун. Хурбун резвый. Быстрый. Резвый. Хурбуха. Бежать торопиться, да? Урун. Урун. Урун, знаете, что такое? Урун. Мастер. Урун. Там урун, да? Урун. Слова и сапунем, да? Или еще не понимаете, вообще. Хорошо. Или буквы. Сапру. Слова. Тере. Тере. Как это вести? Тере. 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 Те. Те. О. Этот эмэ, да? Те. О. Тебе.
Жур. Ман. Жа. Жур. Второе количество. Ман. Два. Жур. Ман. Жур. Ага. Да. Да. Ур. Знаешь, что такое ур? Пар. Ага. Пар. Пар. А ур? Злиться. Уруха злиться. Ур. Гнев. Уруха злиться. Ур. Гнев. Один из буддийских понятий, да? Любит гнев. Ур. Кюзю, это что-то наконечное. А? Кюзю, наконечно. Спасибо. Ур. Ур бейзу воды, ур бейзу воды. Ур. Мангату. Гату. Салют. Мужчина. Муж. Ир. Ир. Ну, ир киста. Салют. Ир киста, самка. Гурун ирин надым. А? Гурун ирин надым. А, ирин гурун надым. А, ирин гурун надым. Ирин гурун надым. Игры мужа, мужские игры. Скачки, борьба и стрельба из лука. Не мёрзли, девочка? Не холодно. Сур. Сур. Кожа, да? Кожа. Помните, какая кожа была? Сыромятная? Толстая? Сур. Сур. Арай. 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 Важно. Арэ. Знаете, что такое? Юрий. Ага. Юрий. Арэ. Кире. Кере. Кере. Ворона, да? Кере. Кере.
Ворона. А вот там два раза что ли? Да, РРР. Солнце что ли? РРР. А так звучит Арая Рай. А пишется Арая Рай. Читается РРР. Все, на сегодня уже все. Сколько? Три? Куда пришел? Да. Сегодня пятница, в опорной занятии. Будем учить букву Л, С и Ш. Л, С, Ш. Эре-торко есть выражение, что ты? Эре-торко. Еле живой, да? Еле двигается. Арайра, эре. Все, на сегодня. А вы просто два раза написали. Эре, ага. Просто как выражение. Арай, эре не скажешь? Эре. А вот арай пишите, вот эре, например. А то понятно, переход одну. Нам еще одна линия. А, это конечно, пошла. Да.